Что, опять ужас? Опять. Да, видите? Ну нам вообще, по идее, чтобы вы понимали, мы как бы вносим землю на... На пульт оперативного дежурного областной службы спасения поступило сообщение о прошедшем ДТП во Фрунзенском районе города Саратова на улице Новоузенская. В результате ДТП водитель грузового автомобиля допустил опрокидывание. Прибывшие на месте спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокировали тело погибшего водителя. На месте работают экстренные службы, обстоятельства происшествия выясняются.